Всем привет! Не выдержала, чтоб не начать свой очередной обзор с похвалы из от. Ребят, вы только представьте, я сейчас вот этот бальзам, который я вам показывала в прошлом обзоре, я его нанесла на помаду. Да, вот это вот наша новая с вами клевая классная помада. Артикул 40462. И поверх вот этот вот безумный классный блеск. Просто суперский. Он сам по себе просто блестит, переливается, тут просто куча различных блесток, просто невероятно, да, то есть он увеличивает губы и так далее. Я полностью наматываю помаду, просто решила нанести этот блеск. Это просто невероятная красота. Значит, блески у меня пока в двух оттеночках, как вы помните, да, я вам уже показывала. Значит, вот этот 41129 красавчик, а вот этот 41130. Вот такие вот красавчики, причем очень шикарно. Да, конечно, если эту помаду наносим, там можно поцеловать руку, пить чай, и она не размажется. Сейчас она, конечно, уже размажется, потому что сверху вот этот блеск нанесен. О, боже мой, какой прекрасный просто блеск, это просто что-то невероятное, это просто что-то вот, понимаете, он до такой степени классный, он до такой степени хорошенький, он так круто переливается, губы не липнут. Я просто в полнейшем восторге. И даже думаю, а не намешать ли мне этой помады в этот блеск? Чтоб сразу был и цвет, и вот это вот невероятное переливание. Причем вживую это просто очень сильно блестит. Понимаете, прямо очень сильно блестит. Ну что ж, давайте покопаемся в коробках. Что же мне еще пришло? Так, где-то тут будет чек. Я буду чеки показывать обязательно. Была распродажа. Я заказала дочке кучу таких вот классных футболочек. Ну, вы знаете, очень классные, крепкие, хорошие футболки. Так, артикул 534-458, размер 146. Это 100% хлопок футболочки. Их очень часто заказывают, я посмотрела себе, взрослые. На лето легкие и вообще ко всему подходят. То есть такая вот шикарная расцветка. Они подходят девочкам, мальчикам, в общем, всем. Такие хорошие, нормальные, длинные. Их удобно заправлять в штаны. Вот это вот, что мне понравилось. Их реально удобно заправлять. Они хорошенькие. В общем, взяла пока на данный момент 3 штучки. Они были в автозаказе, но меня это не испугало. Так, дальше взяла футболку оверсайз с размером XL. Это я взяла мужу. Мужу очень понравились эти футболки. Артикул 826-746. Он сказал, закажи мне еще, говорит, 5 штучек, пока есть, потому что, говорит, качество хорошее. Они, во-первых, не сильно мнутся, во-вторых, они не соберушки. А в-третьих, ткань средней плотности, то есть не жирная, да, как мы любим выражаться внутри семьи. И все очень хорошо и качественно пошито. Воротник не растягивается, в гармошку не складывается. Ну, понятно, если правильно стирать. Ткань сама по себе очень-очень такая, знаете, приятная. Да, и надпись прикольная, да, вдохновляю на лучшее. В общем, мужу она нравится, тут вы ее увидите, как он в ней ходит. Безумно классная штука. Дальше, значит, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки, артикул 532-080. Тоже заказала 146, может, 152. Некоторые нам подходят, а некоторые мы откладываем уже на весну. И сейчас вот я взяла 146, чтобы вот где-то дома в них ходить, да, знаете, где-то что-то как-то, да, то есть вот прям хочется что-то такое вот легкое ребенку, однотонное, чтобы все подходило. Поэтому тоже взяла 3 штучки. Так, тут чек у нас. А вот как раз вот она распродажа. Одна футболка 319 рублей. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки 400 рублей, да, как вы видите. Вот USB флеш-накопитель, это для серебряных липов от компании Faberlic. Там чеки, я их уже показывала. Так, далее взяла себе кроссовки, тоже уже делала на них обзор, вставочку вы увидите. Предыдущие кроссовки, как получилось, мы бежали на рейс, посадка уже началась, мы бежали на рейс, и вуаля, Антон мне наступает на ногу, у меня вот так вот все отваливается, ну, потому что я много вешу, он много весит, в общем, не повезло кроссовкам. Кроссовкам реально не повезло, поэтому я не расстроилась, я просто заказала новые. Да, очень клевые, классные, легкие, в них реально приятно ходить, и реально все прям приятно. Дальше, как вы видите, куча хлореллы спирулины. Она мне нужна для того, чтобы кормить ребенка, и сами мы по 5 штучек в день кушаем. 157-57. Это на одну штучку ниже нормы, чем указано на сайте, но мы перерывы не делаем. Так, дальше.
заказала себе новый тональный кушон для лица Baby Face. Очень удобно им в дороге пользоваться. Просто безумно удобно. Но, к сожалению, тот уже месяца 3-4 был как открыт. И я прекрасно понимаю, что нереально будет, да, то есть, ну, он тут запаян, это мой оттеночек. Нереально будет, вот видите, какая красота. Очень классный цвет, очень плотный, плотное покрытие. В общем, мне безумно нравится. С тоном, слава богу, угадала. Я все боялась, что вдруг не угадаю. Кто-то говорит, что это дорого. На самом деле я с этим не согласна, потому что это шикарный спектр удобств в дороге. Особенно какой-то там прыщик, еще что-то. Прежде чем сняться, я его замазываю. И все. И всегда красотка во всех обзорах. Далее Primabacci. Primabacci. Это новая парфюмерная вода, которая мне очень понравилась. Я пока она по распродаже набрала побольше, чтобы потом мало ли что дарить. Артикул 3330. Нормальный такой классический аромат. Кислинка со сластинкой, но нет свежести, нет чего-то грубого и так далее. В общем, прикольно очень водиться. Дальше закончился у меня праймер для век в Таджикистане. Пустую баночку я не сняла, потому что не знаю, куда его дело. Очень классный праймер. С удовольствием начну расходовать и этот. Господи, как же его открыть? Не открывается никак. В жару. Мне это чудо очень сильно пригодилось. Спасибо компании за такой продукт, чтобы было видно. Он хорошо тушуется, он делает так, чтобы тени хорошо ложились, чтобы они не скатывались. Очень понравился. Артикул 5809. То есть вот первый слой просто для меня лично великолепно. Так, дальше. О, кстати, все ли видели, что в Телеграме вышли сторисы? Я там очень много снимаю, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. Обязательно разверните описание в этом видео. Обязательно добавляйте меня, мой личный контакт, контакты, и будете видеть мои сторисы. Так, дальше. Что я еще заказала? Это Renata Secret. Это классный зеленый такой, очень стойкий, сложный, тяжелый аромат. Артикул 3047, он мне очень нравится. Так, это подарок. Это подарок. Вот, знаете, я прям в шоке. Это по программе Faberlic Drive мне прилетел такой подарок за то, что я приумножала свою структуру и команду, и свой доход. Все вы знаете, что чем больше людей в структуре и команде, тем больше доход. И мало того, что нам компания Faberlic за этот доход, ну, за товарооборот платит хорошие деньги, еще и плюс ко всему дарит подарки, чтобы мы не забывали рекрутировать. Так вот, это мне действительно понравилось. Я уже про это снимала несколько раз обзор, а сейчас это у меня вот подарок. Подарок от компании. Так, значит, это у нас что? Это у нас, получается, салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания. Не могу вот найти артикул салфеток-ловушек. А вот, 308-44. А это у нас листовой стиральный порошок. Очень хорошо зарекомендовал себя в поездках. Мы его вскрыли. Из одной коробки можно сделать сразу две. И прямо положили вместо 20 40 штук. И нам на месяц 40 листов хватило. На 5 человек. Замечательно. Даже сколько-то осталось, но мы уже их оставили в номере. Артикул 308-43. Просто шикарная аннотация, шикарное описание. Просто здорово. Так, далее. Далее, это маски. У меня совсем кончились коллагеновые маски, поэтому я их заказала поболее. Вообще, я про них вспомнила в отделе распродажи, да. У нас же есть для зарегистрированных специальный отдел, бонус за покупку, где можно заказывать по акции, да, по нашим внутренним скидкам, по нашим внутренним акциям. Вот, и с артикулом 0461 вот я столько штук взяла. Остальные у меня были, я все, понятно, брать не стала. Но вот антивозрастная маска для лица «Молодость» с артикулом 2072. Уж очень они мне нравятся, прям очень. Так, следующее. «Возрождение» обновляющая маска 2070. Тоже очень понравилось. Это обычные тканевые масочки. Вы их надеваете, ходите в них 20 минут. Вот, и все, в принципе. «Молодость» пришла. Дальше. Закончился у нас вот такой вот классный антистресс эссенция, которая дает умиротворение. То есть она такая вот малюсечка. Ей можно за ушками помазать, да, зону ключицы. Если есть какая-то тревога, ребенку можно помазать. Это за серебряный VIP. Я тоже ручку взяла. Это не подарок, купила, но с хорошей скидкой. Так, чеки. Так, тут омега-3, пакет майка, полотенце для лица. Так, что еще? Ну, тут омега-3 все, да, у меня очень много омеги-3 заказали. Так, дальше. Так, дальше. Угу. Ручка шариковая, вот видите, на 50 рублей стоила, которую я только что. Так, дальше, Кононова, так. Вот тут на 9000 заказ.
прям здоровенный, да, заказище на 9000. Вот. А вот маска для лица коллаген, вот тут все ценники, да, 88 рублей она стоила. Это действительно дешево. Да, 6777. Дальше, значит, очень люблю эти тканевые маски, прям очень. Ну и еще один такой вот здоровый чек. Это на 11000. Вот, видите. А, это скидка, наверное. Да, это скидка 11000. Я заплатила, я за это за все 17000. 212 баллов, а тут 117 баллов. Ну вот, где-то вот так, да? В общем, вы поняли. Чеков много, я все вот это вот разбирать, перебирать, понятно, что не буду, но прям рада. Прям рада, что у меня есть такие возможности. Господи, вот знать бы, что мне столько подарят, я бы ни за что не заказала. Значит, с артикулом 41070. Вот такая красота. У меня закончилась. Я решила заказать себе такую вот помаду. Карандаш. Он очень хорошо точится нашей точилкой Faberlic, если что. Очень хороший, кстати, карандаш. И с артикулом 410-068. Это тоже у нас с вами идет помада-карандаш для губ. Это It's Clear. Полностью натуральная косметика. С полностью перерабатывается упаковка и все. Тоже вот такой вот оттеночек заказала. Мне не нравится. Я те уже сточила, уже не очень удобно краситься стало. Вот единственное, да, как их показывать в пустышках, скажите. Вот когда я покажу маленький кончик. Да, посмеяться можно. Так, дальше. При заказе 2500, те, кто VIP, те, кто участвует, зарегистрируясь в программе Faberlic Drive, была бесплатная доставка. Да? В прошлый раз вы заказывали коктейль, была бесплатная доставка. В этот раз декоративная косметика. Бесплатная доставка. То есть вот я себе заказала такую очень белесую пудру. Она мне нужна частенько в дороге. С артикулом 6349. Это пудра Wet n Dry Perfect Me, которая наносится и влажным, и сухим способом. Есть зеркало, есть спонж и так далее. В общем, очень-очень нравится. Хвалю эту пудру. И это у нас тоже Wet n Dry Perfect Me с артикулом 6533. Она сейчас у нас с вами идет по бонусу за покупку на данный момент. Очень редкое явление. Этот он чуть-чуть потемнее, но этот, который потемнее, он совсем мой-мой прямой. Но белесая мне тоже очень нужна. Бывает там где-то глазки подправить, где-то излишки теней убрать, все такое прочее. Так, дальше защитный праймер для лица. Я его вам очень хвалила. И он у меня подошел к концу в пустышках. Я его забыла снять в пустышках Калининграда. Помните, да, говорила, что нет у меня, к сожалению, артикула на нем. Сейчас я артикул скажу. 6511. Сейчас очень много продукции идет без артикула. Артикул только на коробке. Но мы же не будем с собой в поездку еще и коробки брать. Конечно, мы берем с собой тюбики, упаковываем их, косметичку и так далее. И в дороге не совсем удобно говорить. Да, не совсем удобно говорить артикул. Вот, значит, что он вообще делает? Он подготавливает кожу для нанесения макияжа. Гелевая тающая текстура ложится легкой дышащей вуалью. Также он обеспечивает 5-ступенчатую защиту кожи от негативных факторов. То есть от всего. Он идет SPF 20. Это шикарно. В Таджикистане он спас мою кожу. Я вообще не загорела, ребята. Очень мне понравилось. Шикарное средство. Слушайте. А это двойной тональный крем-уход Glam Skin. От Glam Team, да, Glam Skin, от Glam Team. Очень нравится вот такой вот двойной уход. Тоже начала брать с собой куда-то в дорогу, потому что два в одном. Да, тут и база под макияж тоже идет, и сама тоналочка, да, если вот мало ли чего-то там не хватает, то, в принципе, тоже очень экономит. Артикул 6453, то есть это у меня в косметичке, например, лежит, да, а кушон, который я взяла, он у меня всегда с собой в сумочке, даже если я нахожусь в своем родном городе Кирове. Так, что у нас тут еще? Ух ты, как прикольно каталог завернули. Ну что ж, классный каталог, да, угу, такая вот красота. Подарок будет тоже очень шикарный новичкам. Вот, ну и сейчас компания Faberlic и 300 рублей дарит, и что-то там еще какую-то продукцию за заказ дарит, да, то есть очень много чего дарит. Faberlic Drive много чего, каких подарков есть, да, плюс компания розыгрыш устраивает, там и ирригаторы будут дариться, да, и, то есть и все будет дариться. Это вообще просто шикарно, поэтому быстренько все регистрируйтесь, выполняйте там все квесты, все челленджи, все задания. Дальше, по распродаже я взяла 0% спирта, 40 листов, это влажная туалет бумага с артикулом 304-00. Очень выручат и в дороге, и везде. И как-то мне больше нравится туалетную бумагу брать. Знаете, по какой причине? Потому что ее можно смывать. То есть она идет как биоразлагаемая, которую можно смывать и в унитазе, и в ведро выкидывать. Как-то вот не так стыдно, как обычные салфетки. Но обычные салфетки я тоже беру, но бумага тоже классно. Дальше. Заказала Denos PKM Pro. Честно скажу, не пробовала его, потому что болела сильно, и мне было вообще не до обзоров, не до заказов, не до чего. Мне
мне не хотелось разбираться ни в чем новом. Вот только-только выздоровела. Буду в сторисах снимать, если буду им пользоваться, обязательно буду снимать в сторисах. Сейчас у нас есть большой Денес, очень интересно упакован он, да? То есть сейчас у нас есть большой Денес, который вот за 100 тысяч рублей. О, батарейки есть в комплекте. И сам Денес. Ну, слушайте, легкий, компактный, красивый. Можно с собой брать в поездку. Интересно, почему именно синий? Как-то, да, как-то вот не очень привычно. Но прикольно, да. То есть и упаковали его так, что можно не беспокоиться в дороге, не разобьется он. Так, давайте же будем смотреть. Там куча кнопочек, куча всего. Работает он только от батареек. Зарядка тут есть, но какая-то странная. Я такую даже не знаю, где купить. А тут зарядки нету, ребят. Ну, я, по крайней мере, не вижу ничего. Вот она. Тут, значит, аппликаторы идут. Извиняюсь, вот она зарядка. А нет, это штучки, которые сюда прикрепляются, чтобы вам было удобно. А где же сама зарядка? А самой зарядки нету к Денесу, чтобы его зарядить, чтобы не через батарейки. То есть он не заряжается от сети, как я правильно поняла. Он только работает только от батареек, а дырка, вот это вот отверстие, только для того, чтобы прицеплять вот эти выносные электроды. Не знаю, правильно, неправильно я поняла, но мне нравится эта система, мне она уже очень нравится. Значит, что он делает? Да, он лечит. Лечит целлюлит, удушье, травму, тошноту, суставы, спину, почки, потенцию, насморк, мышцы. После спорта просто мышцы потянул, там еще что-то, там, не знаю, упал, стукнулся, синяк там, да. Кашель, запор, ЖКТ, боль, диарея, горло, голова, гипотония, гипертония, гинекологические заболевания, гинекология, ВСД, вздутие, боль сильная, боль и аллергия. То есть вот такая вот красота, и к нему очень, ребят, подробная аннотация, что делать, куда приложить и так далее. Я вам могу сказать, что Денесом я своим в Якутске делаю, 77 Гц я делаю, может еще мне кто-то что-то посоветует, я вам буду очень благодарна. У нас у младшей дочки в связи с аутизмом, с тем, что у нее есть внутричерепное давление иногда, вот, немножко село зрение, то есть мы прозевали вот это внутричерепное давление, у нее село зрение, и я, к сожалению, не сразу заметила, что она начала хуже и хуже видеть. И вот мы начали ставить сейчас 77 Гц, конечно же, пили таблетки, чтобы это вот снять все это дело. И, конечно же, так получилось, что мы сейчас уже носим очки послабже. То есть все, понимаете, ребенок начал выздоравливать. Это шикарно, это круто, это классно. Я прям очень благодарна Денесу, очень благодарна тому, что мы можем лечиться и прекрасно понимаем, что у нас идут улучшения и ухудшения вообще закончились. Конечно, самое страшное это было ухудшение. Да, то, что мы сейчас ей берем очки послабже, чем первые очки, это факт. Поэтому мы сейчас даже боимся прекращать Денесом пользоваться. Это еще одни кроссовки 38 размер. Ребята, это мне. Я люблю белые кроссовки. И бывает так, что хочется постирать в машинке их, да, то есть сколько они могут сохнуть сутки. Если их влажные надеваешь, сами понимаете, они могут расклеиться, еще что-то. Поэтому я ношу пока вторые. Да, пока первые в стирке, я ношу вторые. Пока вторые в стирке, я ношу первые. Я очень до глубокой осени вообще хожу в кроссовках. У меня ноги не мерзлявые, я не мерзну. И я люблю много кроссовок, чтобы у меня было много кроссовок и тряпичных, и таких. Тряпичных я уже, конечно, осенью не хожу. Но вот знаете, первый снег выпадает, я еще могу где-то в кроссовках походить, пока он выпадает, тает. Потом все равно уже перехожу в сапожки. Ну, очень люблю кроссовки, всегда очень любила. Так, еще одна красота, я уже ее снимала. Тут вот ее увидите, она у меня уже была в обзорах. С артикулом 53-29-12, размер 152 мы заказали, да, то есть побольше заказали. Дальше я взяла полотенце, шлепнула, артикул 910-452. Полотенце для лица бирюзовое, 100% хлопок, размер 50 на 70. Ой, ребят, был ли это подарок? Вот я сейчас не могу вспомнить. Был ли это подарок или это не подарок. Так, в общем, нет, не вспомню. Сейчас чек покажу. К сожалению, не вспомню. Артикул 910-454. Или какая-то скидка была. Вот видите, поездила по Казахстану, Таджикистану. Все, все уже, все. Ничего не помню. Ничего не вижу, ничего не слышу. Далее, витаминчики группы В. Это прям обязательно, их нужно принимать. Так, витамины группы В, артикул 158.04. Их желательно кушать по 2 штучки в день, строго после еды. Да, то есть строго после еды. Ну или можно в конце еды, во время еды. Ну, сами понимаете, витамины группы В. А тут смотрите, какой крутой список. Да, то есть В1, 2, 3, 5, 6, 7,
9-12, то есть все это нужно обязательно. Дальше пакеты, как обычно, я заказала большие, 781-227 артикул, прям большие здоровые пакеты, они очень крепкие, хорошие. Где-то мы что-то родителям увозим, где-то мы что-то затаскиваем и, понятно, рвем. Значит, такие вот пакеты, 781-226. На самом деле пакетов в компании больше, но мне больше вот эти вот все нравятся, поэтому я заказала только те, которые у нас начали подходить к концу. Артикул 781-224, вот такой вот пакетик, да, небольшой, аккуратненький, хорошенький. Ну, кому чего. Дальше, так как у меня косметики много побилось в дороге в этот раз, я не знаю, что это сумасшедшие какие-то люди кидают багаж прямо в Пулково, прямо на наших глазах в Пулково, в Питере, да. Ой, с какой-то мы авиалинией летели. В общем, и мы видели, как летит наш чемодан и отпадывает колесо. Мы прямо это видели, ребят. В общем, вот такая вот история. В общем, очень неприятно им там что-то предъявлять, с ними разговаривать, им вообще все наплевать, поэтому смысла нет. И когда они кидают чемоданы, ну не сам Пулково аэропорт, а вот авиалиния, когда они кидают, иногда бывает тени разлетаются, духи разбиваются, да, то есть что-то дорогое ломается. Вот они это не понимают, им что, им чемоданы, они же не видят, что внутри. Значит, тени, классные, суперские тени с артикулом 5738 взяла уже в запаснике. Это такая розовая палетка, очень красивая, да, с розова. И обычная нюдовая палетка тоже взяла в запаснике 5739. Я надеюсь, мне хватит надолго. Пусть эти тени будут счастливыми и самолеты их не разобьют. Так, дальше. Мужская вода по акции 37.25. Обожаю брать воды. Почему? Потому что обожаю их дарить. Это свежий мужской классический такой аромат. Вот мне так показалось, без сластинки. Такой прям мужской-мужской. Да, то есть такой, ну не могу сказать, что грубый, но и не нежный. То есть золотая такая вот середина. Так, дальше. Стойкое тональное средство Stay All Day. Очень понравилось мне. Заказала я его повторно. Одно не себе, другое себе. Смотрите, какой прекрасный розовый тональник. Очень-очень светлый. Покрытие прекрасное, матовое. В общем, это один, наверное, из самых топовых тональников, которые мне вообще очень понравились. Я не знаю, почему он сейчас в распродаже. Остатки сладкие, 75% он идет в распродаже. Но на всякий случай взяла две штучки. Срок большой, хороший. Я просто не знаю даже вот на какие-либо мероприятия, где мне найти подобные, если их снимут с продажи. Мне бы очень хотелось продолжать ими пользоваться. Даже если у меня есть другие тональные кремы. Но бывает такое, ты идешь на сцену, ты держишь микрофон по 2 часа в руках. Бывает такое, что ты устаешь, начинаешь потеть, волнуешься, еще что-то. Стойкие, вот такие стойкие, не обязательно нужны. Понятно, что это слишком плотное покрытие на каждый день. И ничего хорошего с кожей не произойдет, если это делать каждый день. Но на какие-то мероприятия, которые у меня, к сожалению, бывают очень часто. А почему к сожалению? К счастью. Они у меня, к счастью, бывают очень часто. Конечно же, стойкий тональник. Он очень мне как бы нужен, важен вот во всех этих моментах и начинаниях. Так, а что это там у нас такое вообще? А, так. Угу. Значит, смотрим дальше. Артикул 3040, парфюмерка. Бьюти кафе Каприз. Ну, действительно, Каприз, такая сладкая водица. Наглая, я бы так сказала. Прям такая наглая у нее сладость. Очень приятная, очень нравится, нежная. Чем-то, кстати, она напоминает нашу Прима Бачу. Немножечко, отдаленно. Может быть, они там где-то в одном месте по сладкости сидят, да? И Валентин Юдашкин, Роуз. Артикул 3085. Тоже отличная парфюмерная вода, отлично идет на подарок, их очень-очень много кто любит. Я, кстати, не особо. Даже знаю, кто у меня их любит, кто у меня их не любит. Вот я лично могу побрызгаться, не противно, но и прям за душу не берет. Значит, следующее, это стойкая матовая помада для губ. Тоже очень нравится. У меня очень много помад повыходило сроки. Я их сейчас буду обновлять. И вот эту вот красотку я себе заказала. Плотный, очень плотное покрытие. Очень стойкое покрытие. Попив там чай, вы ее не смоете просто так. То есть она смывается очень плохо. 3,2 грамма. Ну, обычная мицелляркой она хорошо смоется. А вот так, чтобы вы кушали, и она у вас прям смылась быстро. Нет, как бы подсмывается, но очень-очень медленно. Потому что она идет как матовый финиш, невесомое покрытие. И тут идет формула Kiss Proof для создания стойкого макияжа губ. То есть он не водостойкий, но очень стойкий, мега стойкий. Поэтому тоже в поездке я такие помады с собой беру. На постоянной основе тоже не пользуюсь. Вроде бы она, если и сушит губы, то не сильно, так слегка, да, то есть подсушивает.
не совсем приятно, но такого супер прям дискомфорта нет. Но все-таки мне бы хотелось больше увлажнения. Да? В 40 лет больше увлажнения уже хочется, поэтому на какие-то мероприятия просто обалденно. Обалденно. Жалко, что еще маску для губ убрали, потому что когда с утра наносишь маску на губы, маску на лицо, да, там, то есть, ну, у нас есть гель для век шикарный, который можно наносить на губы, и получается просто тоже классные такие губы увлажненные, и на них тоже вот эта помада хорошо кладется. Очень классный парфюм для стирки в гранулах. Артикул 308-46. Очень классный, не мой, не мне, правда, но очень классный. У меня уже заказали, их 15 штук унесли. Несколько штук где-то тут потеряли, я говорю, я потом найду, отложу. В общем, такая вот у меня история, как я отношусь к покупателям. Но это я отношусь так только к своим родственникам и к своим близким, друзьям и подругам. Еще одна стойкая помада. Так, артикул 40-945. Тоже обалденная. У нее, кстати, практически нет запаха и привкуса. То есть такая, знаете, нейтральная красотка. Вот, тоже очень нравится. Так, туалетная бумага 0+, еще тут у меня, видите, промелькнула, 304-01. В общем, в поездках что израсходовали, то сейчас пополняем. Далее, закончились у меня все пакеты под подарки. Подарки я люблю дарить, но пакетов у меня, к сожалению, не было уже. И вот таким образом я еще назаказывала пакетиков. Значит, вот этот маленький такой, да, 781-204, а это 781-225. Вот. Такая вот красота. Так, дальше. Мур-мур. Вот это приторная сладкая. Прямо приторная сладкая. 33-33. Прям такие, знаете, вот зефирки. Вот прям зефирки. Что это такое? Салатник, коллекция Love Lemons. А, это акция. Вы покупаете, но не для вас. Не для вас эта акция. То есть, не для нас, вернее. Мы покупаем это, и 50 рублей с покупки каждого салатника, там, кружки и так далее, уходит 50 рублей в приюты. И я стараюсь покупать. В принципе, лишним оно никогда не бывает, потому что посуда, так, это 910-379 идет. Посуда такая очень классно дарится, потому что она четкая, красивая, хорошего качества. И причем это натуральный фарфор, ребята. Диаметр 14 сантиметров, высота 6 сантиметров. Вот такая вот красоточка. Ну как? Как можно такое не подарить? Это же просто шикарно. Правда, одна пожаловалась, говорит, у меня ребенок завис. Говорит, считал собак, сбился, заревел. Говорит, суп есть не стал. В общем, была небольшая проблема, но я думаю, это замечательно, что ребенок учится считать. Вот. В общем, смех и грех с детьми, да? Ну и последнее. Так, сейчас у меня все упадет. Ну и последнее, что покажу. А, это тот же самый салатник. Я просто заказала несколько штук. И Вика, кстати, всегда этот салатник выбирает, если он где-нибудь в посудомойке не застрял, или уже в раковине не был израсходован, или в холодильнике с чем-то не лежит. У нас мало таких, именно таких вот собачек, тарелочек. В общем, на подарок крутяк. Особенно, если вы что-то дарите ребенку. Дети сейчас у нас модные, крутые. Открываем, выдвигаем. Сюда кладем, например, 1000 рублей, 500 рублей, кто-то 5000 рублей, да, кладет. Задвигаем. И вот так вот, можно какую-нибудь блестюшку с бантиком обернуть, подарить. Господи, вы бы знали, как пищат дети от радости, когда им дарят деньги, когда они идут гордые со своими деньгами, да в магазин, да покупают. Ой, ну это вообще. Да, поэтому, конечно, радуйте своих деток. Я считаю, что это очень-очень здорово. Тут у меня заказ, вот как вы видите, 200 баллов вышел, да, то есть я вам сейчас вот так вот покажу. Только это, наверное, несколько коробок у меня. Не вот эти две, а еще, наверное, больше, потому что тут омолаживающие кремы для шеи, декольте идет, и сыворотка-активатор. В общем, где-то что-то вот застряло. Да, то есть вот такая вот красота. Все заказываю через Иришку Перемечеву, улица Кольцова. Доставка на дом бесплатная, от 50 баллов у нее, город Киров. Очень круто, очень классно. Они вообще огромные молодцы. Это единственные люди, кто в Кирове вообще бесплатно делает доставку. Потому что у Алексея есть вот эта вот большая машина в виде, я не знаю, как он, падик, батон. Как-то вот это вот называют, я не совсем понимаю эти машины. Вот, она у него такая полугрузовая, что ли, да. И они просто эти коробки развозят, как получат, и развозят.
Вообще, они кайфуют, мы кайфуем, товарооборот ПВ растет. Они такие молодцы, очень аккуратно к продукции относятся. В общем, всех кировским своим знакомым, друзьям, подругам передайте. Они очень ведут белый бизнес легально, они никого не перерегистрируют, как на некоторых ПВ делают, да. То есть они всегда все расскажут. Если где-то что-то с заказом не получилось, там человек подарок не получил, там стоит расстроенный, они даже тут успокоят, все расскажут, объяснят. Поэтому можете доверять семье Перемичевых на кольцо. 30 своих консультантов обязательно. Но все, мои дорогие, всем пока-пока. Сняла две коробки. Еще осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 коробок. Все, всем пока-пока.